Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду снимать домашний влог. Снова, как всегда, мой кот. Вот он жуткий вреден. Я пока тут начинала садиться снимать, он у меня уже три раза, наверное, вышел и три раза зашел. Этот кот просто не может жить с закрытыми дверями. Вот почему? Вот он будет сидеть, орать и еще ковырять вот так вот дверь. Ну вот что это такое? Я не знаю. У него какая-то фобия на закрытые двери. Кошмар, конечно. Вот, ну ладно. Каспер, кс-кс, иди сюда. Иди ко мне. Иди, мой сладенький. Иди, мой хороший. Иди, мой хороший. Никак не может угомониться. Ну вот, не об этом. Мы вчера с детками ходили в аквапарк. Я честно признаюсь, что я снимала там, но пересмотрев все то, что я насняла, я поняла, что я не могу выложить эти видео. Тем более сегодня мне снова пришла рассылка от Ютуба по поводу детского контента, вообще детей на Ютубе и всего остального. И детей нельзя снимать без футбола, грубо говоря, но в аквапарке в футболке же ты же не будешь, поэтому практически все кадры из аквапарка у меня именно... Ну, дети были в плавках, и дети были рядом со мной, муж работал у меня оператором, но, к сожалению, это останется только для домашнего моего архива, и это, на самом деле, это здорово, но хотела поделиться с вами, увы, ах. Вот. А что касается насчет самого аквапарка, с детьми мы были там первый раз, мы как-то давно с мужем были в аквапарке, в принципе, нам нравилось, ну, так, да, вот. Конечно, не так здорово, но вообще у меня дети такие, знаете, им в любую емкость с водой их опусти, они будут счастливы. Вот, поэтому, да, им, конечно же, понравилось, но единственное, что не понравилось мне, две вещи. Ну, во-первых, это количество народу, но, понятное дело, январские праздники, многие, так как нет снега, развлекаются как могут, это понятно, но количество хлорки в воде просто вот зашкаливало, девочки, честно. У меня очень сейчас стала сухая, вот здесь вот даже видно, есть покраснение вокруг глаз. У старшего сына у меня тоже глаза покраснели, у младшего вообще все норм, а у мужа тоже все норм, и у меня еще вчера вечером першило очень сильно горло. Это все, видимо, от хлорки. Но с другой стороны, как тут быть, когда такое количество людей, что просто даже невозможно поплавать. Ты просто тупо находишься в воде и все. Каспер! Кс-кс! Иди сюда! Вот я не могу с ним жить. Вот, ну да ладно. Значит, я хочу вам сегодня показать свои посылочки, которые я тут получила. Почта России заработала, что не может не радовать. И у меня появились новиночки для тела, для ухода за телом. Очень классные, они мне понравились. И еще, наконец-таки, до меня стали доходить посылочки с AliExpress, что тоже меня не может не радовать. Очень классные вещи. Оттуда я заказала. Вообще, AliExpress меня очень сильно радует. Кот! Я не могу с ним. Ну ладно, пусть там сидит. Потому что я его сейчас выпущу, он будет с той стороны сидеть. Каспер. Ну и давайте я начну с посылки от марки Биоталя. Вы знаете, у меня уже были средства от этой марки. У меня был маска, скраб, сыворотка и крем для лица. Мне, кстати, очень понравились. И это российский бренд, но сделан на основе французских различных технологий. Очень, на самом деле, достойные средства. И у меня тоже в этот раз 4 продукта, которые я вам хочу показать. Но первый из них это гель для душа, который, кстати, утащили у меня дети и муж. Они сказали, что это их теперь средство. Мне очень понравился аромат, девочки. Ну, во-первых, классно пенится. Здесь, насколько я понимаю, герань и мандарин. Это вообще жидкое мыло для тела и рук. Но пахнет, вот лично мне и моим детям, пахнет мандарином и мятой. Я не знаю, это, наверное, так герань отдает, но очень классный аромат. В общем, они меня утащили, сказали, что это их теперь. Ну и плюс упаковка, конечно, не может не радовать. Очень мягкая, не сушит кожу, не вызывает никакой аллергии. Супер, мне понравилось. Также у меня появился, я притащила все это из ванны, повсю пользуюсь, вот такой скраб для тела. Тоже покажу вам его поближе. Вот такой вот скраб. Это соляной скраб с водорослями и глиной. Вот так он выглядит. Вот можете посмотреть состав. Очень классный. Без парабенов,
минерального масла, силиконов и так далее. Очень классный у него состав. Также здесь было вот так вот все запечатано. Я, кстати, на скрабах всегда оставляю вот эту штучку, но стараюсь оставлять, чтобы сюда не попадала лишний раз вода. Вот я сейчас открыла упаковку, у меня тут просыпалась, правда. Вот, и, девочки, аромат просто потрясающий. Мандаринка, вот мне пахнет мандаринкой и лимонкой. Скраб выглядит вот таким образом. Он очень похож по своему действию на скрабы с дренажным эффектом. Вот такой вот он, видите, по своей консистенции очень классный. Я его использую на область бедер, ягодиц и живота. И кожа просто становится мягчайшей от него. Единственное, что после него можно не наносить никакие кремы и тому подобное, потому что он такой достаточно масляный, реально очень схож с дренажными скрабами. Я думаю, что это даже дренажный скраб больше, нежели какой-то такой очень классный. Я пользуюсь с огромным удовольствием, и аромат, и свое действие. Кожа просто мягчайшая и гладкая. После него, если сделать еще массажик, хотя бы просто руками, вот по этой масляной текстуре, которая остается на коже, то будет просто потрясающий эффект. Девочки, уже пора готовиться к лету. Все, новогодние праздники отгуляли, лето у нас уже скоро. Это у нас воздушный body butter и также крем для тела и рук. Я использую его для тела, тоже вам сейчас покажу. Этот body butter, крем-масло для тела, наносить утром, вечером на чистую кожу тела. На самом деле мне достаточно его наносить, я не знаю, несколько раз в неделю, потому что, видите, он такой, ну, прям маслянистый, как воздушный, очень классно питает, увлажняет кожу. Я вообще обожаю различные масла для тела и не только. Видите, он прям такой классный, маслянистый, очень мне нравится. Его на самом деле нужно совсем-совсем чуть-чуть, и он отлично питает кожу, просто. Кожа мягкая, гладенькая. Ну, я обожаю масла вообще различные для тела, просто. Я фанат, скажем так, так как имею сухую кожу, и для меня это просто, я не знаю, что-то с чем-то. Обожаю, очень классный, питает так, что реально можно пользоваться несколько раз в неделю, и достаточно. То есть после того, как я, ну, допустим, нанесла, на следующий день приняла душ, и я могу больше вообще ничего не наносить после душа, настолько напитанная кожа, очень классно. Я обожаю такие средства. Для зимы это прямо вот самое то. Это именно, кстати, зимняя коллекция. Так что мне очень сильно понравился. Я рекомендую. И также вот этот крем с витамином Е. Он идет для рук и для тела. Я его использую только для тела. Ну, хотя иногда и руки, кстати. Видите, он мгновенно увлажняет, сохраняет упругость кожи. Действительно, все правда. Я совсем соглашусь. Имеет более легкую текстуру, чем вот это масло. Нанесу на другую ногу. Его тоже, на самом деле, нужно совсем чуть-чуть. Это вот для тех, кто не особо любит масла, потому что он, видите, вот я взяла его совсем чуть-чуть и отлично распределяется. И если масло кожи немножечко вот так блестит, но она на ощупь не скользкая, то вот этот крем, он впитывается и не оставляет никакой, видите, не то что пленки, не оставляет никакого блеска. Вот здесь вот тоже пленку не оставляет вот этот баттер. Он, то есть когда вы идете на следующий день, допустим, вечером нанесли, с утра идете в душ, нету вот такого, что смывается пленочка. Очень классный средств, девочки, я прям балдею. И аромат у них такой лимонно, вот для меня лимонно, апельсиново, мандариновый, что-то такое, вот такие прям цитрусы, прям очень вкусно пахнет, и при этом они такие, ну, не знаю, зимой прямо вот, несмотря на то, что здесь есть герань, вот почему-то геранью мне не пахнет, мне пахнет именно вот такими лимончиками, апельсинчиками, очень вкусный, очень классный такой. Вот видите, здесь, ну, это масло, да, я вот люблю вот такой именно эффект, а здесь оно просто остается. То есть вот этот лосьончик я оставлю, наверное, себе на лето, а вот этим я с удовольствием пользуюсь сейчас. Я пользовалась несколько раз, и видите, сколько мне совсем чуть-чуть нужно для того, чтобы распределить на кожу. И я, кстати, все масла для того, чтобы они лучше впитывались, даже вот подобного рода, использую. Вот из душа вылезла, чуть-чуть обмакнулась полотенчиком и сразу наношу себе на кожу масло. И тогда, во-первых, меньший расход, а во-вторых, оно лучше впитывается, и как-то кожа себя чувствует намного лучше. Супер, мне очень понравились. Ссылочки я вам все оставлю внизу.
внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Но вот эта марка очень классная. Ну, плюс сама упаковка, конечно, такая прям дорого-богато, что называется. И, кстати, марка Биоталь все время вот в посылочках свое кладет вот такие штучки, которые мои дети думают, что это зефирки. Поэтому я их сразу обычно выбрасываю. Хотела просто вам оставить, показать. Или зефирки, или похоже еще на чипсы такие. На самом деле очень здорово. И положили мне вот такую поздравительную открытку с Новым годом, что, видите, тут сколько? Смотрите. Очень, на самом деле, классно. Вообще, вот эти штучки очень классные. Я не знаю, продаются они где-нибудь или нет, но в них именно посылки вообще не повреждаются. Вот когда я получаю с такими штучками, очень классно. Ну и сейчас хочу показать то, что я заказала с AliExpress. Просто мне очень сильно понравилось. Ну, давайте я начну с самого такого главного. Это я заказала себе вот такие леггинсы а-ля кожаные. Тоже вам их покажу поближе, покажу, как смотрится на мне. Так, и вот леггинсы, которые я получила, очень классные. Посмотрите, кожа такая не матовая, там можно выбрать разные цвета. Я не знаю, почему я выбрала серый, но вот как-то у меня видно было такое настроение, я не знаю почему. Вот, мне очень нравится вот эта часть, она очень хорошо подтягивает животик. Значит, у меня в размере M, я читала отзывы, и все девочки писали, что маломерен на размер, поэтому если вы носите S-ку, берете M-ку, если носите M-ку, берете L-ку и так далее. И вот эти вот штанишки, видите, внутри идет вот такая подкладка, как бы утеплитель такой флисовый, и очень здорово, что он не сильно ворсистый. Я одевала, и у меня нет такого впечатления, что это как в парнике, знаете, вы находитесь. Нет, очень комфортно, они слегка тянутся, можно и приседать, и все что угодно сделать, и они очень классные, мне очень они понравились. Единственное, что я не знаю, почему я выбрала серый цвет. И так как у нас сейчас нет холодов, нет морозов, я не знаю, поношу я в этом году или нет. Точно такие же есть у этого же продавца, только без вот этой вот флисовой подкладки. Такой, скажем так, весенний-летний вариант. Я хочу себе заказать еще одни, уже без подкладки, и хочу взять черные. Я не знаю, что вот меня сподвигло на серые. Вот, но они очень классные, видите, шовчики сделаны ровно. Вообще AliExpress молодцы, уже радуют на самом деле качеством. И вот такого серого цвета, вот я сейчас специально села перед окном, потому что камера передает цвет, вот так вот они выглядят, и они такие немножко блестящие, на самом деле, по факту выглядят реально, как будто бы они кожаные. И следующая моя посылочка, это вот такая шапка, посмотрите, какая она классная, это с этой стороны она идет такая, как мохер, а с внутренней стороны она как хлопок, видите? Ее можно носить, насколько я поняла, и вот так, и просто вот так вот, вот так. Вот эта шапочка, видите, она сделана как, ну, махер такой, да, это называется, видите, такая, а внутри вот хлопочек. А вообще, я когда ее заказывала, я думала, что придет такая, ну, знаете, китайская тоненькая шапочка, но нет, она очень теплая, очень такая плотная, толстая, как вы видите, сами тоже сейчас покажу, как смотрится на мне. Я думаю, что я, наверное, в этом году ее тоже не поношу, потому что у нас обещают, что холодов так и вроде и не будет, что у нас осень плавно перетечет в весну, поэтому даже не знаю, буду я ее в этом году одевать или нет, но мне очень понравилось, что вот внутри ткань вязка вот такая хлопковая. Тоже там есть разные цвета, но я так, чтобы мне подходило под мою зимнюю одежду, взяла вот такую светленькую. Но да, зимнюю одежду так пока и не особо не доставала. Я один раз такую зимнюю куртку одела, и все. Вот, так что шапочка мне тоже по качеству очень понравилась. Я ее очень сильно советую. Вот так вот выглядит на мне шапочка. Мне очень нравится. Извиняюсь, это мне пиджаки нужно мужу отпарить. Вот. Мне кажется, очень классно выглядит. И вот таким образом, если без подворота. Мне, кстати, почему-то даже вот таким образом нравится больше. Вообще люблю светлые шапки. Они, мне кажется, очень хорошо. Ну, я темненькая, поэтому очень хорошо подходят. Вот. Как вам? Напишите.
Ой, падаю. Вот такая сзади получается вот такая штука. Вот. Не знаю, я даже, наверное, буду вот таким образом носить, потому что у меня, ну, такая куртка зимняя, типа а-ля спортивный. И она как раз очень хорошо подойдет. Вот. Но шапочка очень теплая, и сейчас в плюс 5, конечно, ее не поносишь, потому что будет вся голова мокрая, будет жарко. Очень понравилась эта шапка. Единственное, что у нас на улице плюс 5, снега нет, ничего нет. Вчера ночью вообще у нас был дождь, ну, у нас же дом, и крыша у нас металлочерепица это называется, да. Несмотря на то, что там крыша у нас тоже утепленная, звукоизоляция и так далее, все равно, когда сильный дождь, очень слышно. И вчера барабанил ночью дождь так, как обычно летом, знаете, такой с грозой, прям ливень-ливень. Но грозы не было, но вот дождь прямо такой, как летний. И я как раз в то время засыпала и думаю, сейчас вообще январь или что? И к этой шапке, кстати, продавец мне еще положил подарочек, вот такие носочки. Это вообще очень мило. Я вам напишу свои параметры, но шапка, она хорошо растягивается, она, мне кажется, подойдет на любой объем. Что вот по поводу вот этих леггинсов, я напишу свои размеры вам, то есть я оставлю вам ссылку, напишу на марку Биоталь, тоже оставлю вам ссылку внизу в инфобоксе, и вот здесь вот я напишу свои объемы талии, потом напишу объемы в бедрах и напишу вам объемы вот здесь вот, вот в этой части ноги, как это называется, бедро, да, окружность свою напишу и окружность в икре, потому что они тянутся, но не сильно, и за счет того, что там внутри подкладка, то есть они как бы прям плотно сидят. Если визуально, может быть, не сильно плотно они будут сидеть, то за счет вот этой подкладки они сидят очень плотно. В общем, все вам напишу, ссылочки все оставлю, все как обычно. Ну, а я сейчас хочу немножечко поубираться, поубираюсь вместе с вами. Покормлю недовольную котейку, вот, которая буянит. На самом деле, поубираться просто слегка, мне нужно пропылесосить здесь ковер. В детской комнате не буду ничего пылесосить, потому что у меня дети там собирают лего, и они просили: «Мама, не трогай, пожалуйста, у них там какая-то своя база» и так далее. Так что, вот. Сейчас вот убиралась в ванной и хочу вам показать, у меня закончился вот такой гель для умывания от марки Neutrogena. Я заказывала его на Herbie, девочки, мне очень он понравился. Я использовала его как умывалку с утра, потому что он такой мягкий, нежный, при этом гель, который хорошо очищает кожу, не пересушивает. Ну, в общем, классный, мне очень понравился. Косметику он не смоет, то есть как бы нужно мицелляркой, да, или чем-то средством для снятия макияжа, потом уже умываться. Но вот это средство мне очень понравилось, и хочу потом еще заказать себе какие-нибудь средства от этой марки, ну, скажем так, дополнительно. Он такой был желтенького цвета.
очень классный, мне очень понравился, и надолго мне его хватило. Я не знаю, больше полугода, наверное, я им пользовалась каждый день с утра. Классное средство, я прям могу его посоветовать. Ссылочку вам оставлю внизу в инфобоксе. Но очень многие хвалят, я знаю, вот эту марку Neutrogena, средство для лица, и вот я оказалась не исключением. Очень понравилось, так что вот такая у меня пустая баночка, ее выбрасываю. И еще хочу показать вот это платье, которое мне приходило с Василька. Оно многим из вас понравилось, но мне несколько человек написали, что я его неправильно одела, что застежка должна быть спереди, по крайней мере, так на картинке. Вот смотрите, я положила, вот шовчик у него идет, и вырез идет под горловину. Именно так, что спереди. Я извиняюсь, у меня в коте, как всегда. Вот, а получается, кнопочки идут сзади, но это, по крайней мере, так пришло мне, и, ну, я брала это платье для дома, мне очень нравится, несколько раз стирала, оно, да, более такое, наверное, трикотажное, что ли, но качество очень классное, мне понравилось, вот стирала, сколько, 2 раза, получается, я его стирала, и, видите, ничего с ним не случилось, мне оно прям безумно нравится, и нравится, кстати, моему мужу очень. В общем, немножко поубиралась, это, наверное, как у всех, знаете, и думаешь, ну, я так быстренько пропылесошу, и все. В итоге там помыла, в общем, как всегда все. Вот, мы с сыночком, кстати, уже потихонечку начали, ну, как сказать, заниматься, начали учить повторять таблицу умножения. Я не знаю, наверное, все ненавидели учить таблицу умножения, я не исключение, в детстве вообще терпеть ее не могла, и... До сих пор не понимаю, зачем это нужно, ну ладно. Вот, ну и английский там слова немножко, так что сейчас пойдем с сыночком позанимаемся. Вот, он, конечно, очень счастлив, в кавычках, но надо, вот. Ну а я на сегодня с вами буду прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, что всю информацию я оставляю вам внизу в инфобоксе. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч.